Наука. Озеро Урмия или то, что от него осталось, водоем Бесточное. За последние 10 лет площадь его уменьшилась почти на 80%. Сегодня зеркало озера составляет всего лишь 1000 квадратных километров. Эксперты винят климат, экологи – бесконтрольную ирригацию прибрежных почв, чтобы приспособить их для сельскохозяйственного использования. Озеро – среда обитания многих редких видов водоплавающих птиц. Это была одна из самых важных достопримечательностей для туристов в этом регионе. Сегодня многие птицы уже больше не возвращаются. Ситуация изменилась для всех и, конечно, не в лучшую сторону. Раньше озеро было судоходным. Сегодня от тех, кто бороздил, подчиняясь командам капитана, его просторы остались лишь уставы. Как указывают защитники природы, озеро фактически приговорено к тому, чтобы исчезнуть в принципе с географических карт. Мы страдаем, когда видим то, что происходит. Мы здесь отдыхали пару лет назад. Было все иначе. Мы, если честно, просто в ужасе от увиденного. Когда мы подъезжали на закате, вчера мы видели, как сверкает вода. Точнее, мы думали, что это вода. А на самом деле, как выяснилось, когда мы подъехали ближе, это кристаллы соли, которыми было покрыто высохшее дно. Сегодня проблема приобрела такой характер, что над ее решением бьются специалисты-исследователи 5 иранских университетов. Они предлагают несколько вариантов. Каждый из них учитывает то обстоятельство, что всегда требуются коллективные усилия по спасению этой жемчужины ландшафта.